Микрорайон Хоста насчитывает около 12 тысяч жителей. В Совет ТОС люди приходят с различными вопросами. Они касаются системы ЖКХ, благоустройства придомовых территорий, санитарного состояния улиц. Если не можем решить на месте вопрос, мы обращаемся или в администрацию района или города, или к нашим депутатам. В нашем 5-м округе работают 3 депутата. Это Татьяна Борисовна Черновалова, Дмитрий Геннадьевич Васильев и Роман Владимирович Бугайчук. Вот. Взаимодействие тоже с ними очень тесное и очень плодотворное. Помещение для работы ТОСа Хоста предоставлено в аренду по решению городского собрания Сочи на безвозмездной основе. Здесь можно проконсультироваться по юридическим вопросам и нет теперь необходимости выезжать, чтобы, к примеру, получить медицинский полис. Прием здесь проводят и депутаты городского собрания Сочи. Мы становимся тем соединительным мостом между жителями, в частности Хоста, и властью, нашей администрацией. Все нужды, все проблемы, которые приходят в ТОС, они доводятся до администрации, и там принимаются решения, которые мы держим на контроле. Взаимодействие советов ТОС и депутатов городского собрания Сочи – это продолжительная и результативная работа. Яркий пример – реконструкция площадки «Муравейник». На полуразрушенной территории появились футбольное поле и баскетбольная площадка, детская зона для малышей, тренажеры для воркаута. Есть сцена, где выступают творческие коллективы. Но внимание требуют не только знаковые места района, но и отдельные уголки Хосты. А значит, немало совместной работы еще впереди. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.